Давайте, помощники, выходите. Папу ждем. Сейчас папа пока откроет. Смотрите, вот доска, которую я поменяла, я ее пока положила сюда. Ой, доска отсвечивает, не могу. Вот, вот эта доска. Что мне с ней делать? Что? А. У меня мусор, Дидя. Как тебе не стыдно? Где ты видишь у меня мусор? Дидя, где у меня мусор? Ты что? Покажи, а ну-ка, где у меня мусор? Вот это ты называешь мусор? Вот это ты называешь мусор, Дидя? Да, это мусор. Идем, папа там сейчас дверь откроет. Да, в общем, что касается вот этой доски, кто мне придумает применение ей? Вот я думаю, выбросить мне ее или нет. Кам, что мне с ней делать? Не знаю. Вот и я не знаю. Не знаю, как говорит Дидя. А это уже сосны постарались. А, сейчас открываем, Моха. Сейчас я забыла, что здесь закрыто. Ой, а мы... Можем открыть? Они там, посмотри, асфальт как положили. Может, ее приподнять надо? Управляю. После нового асфальта. А вот они когда это делали, о чем они думали, интересно, а? Замуровали дверь они. Может, я толкну? Нормально, короче. Нормально, да, эти асфальтоукладчики замуровали мне калитку, что она теперь не открывается асфальтом. Елки зеленые. Еле-еле туда вот выносили этот мусор. Сейчас зять ходит и это таскает на мусорку. Там, вы свой браслет покажите. Я не поняла, что это у вас такое. У вас один браслет. Вау. Вот. Вау, с ума сойти можно. Дидя это ужинает. Дидя, привет, скажи всем. Привет. Ты мне потом переведешь? Нет. Диди, а я хочу другой браслет показать. Подожди, подожди, а то мне пишут, у Диди столько уже платьев. Посмотрите, какой у Диди браслет. Вот она у нас такая. Она любит у нас украшать. Это не браслет, это бабочка. Но он у тебя как браслет. Это наклейка. Наклейка? Ну, ты прям вся как... Ты как индианка, вся в браслетах, в наклейках. Тебе осталось только вот сюда вот так на лоб... Ти-динь! Наклеить. Красную родинку. Одеть тебе сари, ты будешь индианка. Гляньте, как мы с Диди. Они пришли мусор таскать у меня. Диди, Диди увидел у меня на столе салат и сразу проголодалась. Я достала ей творожный сыр, и ей понравился. Да, тебе понравился, да, творожный сыр, Дидя? Да, он один сладкий и вкусный. Он разве сладкий? Он же соленый, Дидюш. Какой же он сладкий? Соленый сыр. В общем, вы поняли, да, у нас ужин какой? У нас салат, бадья салата. А у Дидя огурцы с помидорами и творожный сыр. Да, молодец. Сладкий. Соленый, Дидя. Нет, сладкий. Ну зачем ты говоришь мне правду? Он же соленый, это же сыр. Нет, это... Сладкий сыр. Ну ладно. Я хочу показать, какая у тебя прическа. Ну, да, я покажу. Красивый. Ну, не вредничай. Вот ей в садике уделяют очень много внимания. Прически все время делают ей воспитательницы. Посмотрите, какие бантики ей вплели. Красивые. Дидя, ну осторожно, что ты делаешь? Нельзя. А вот и папа пришел. Все, папа закрыл? Ну вот смотрите, моя зеленушка вот доросла до таких вот размеров. Все, она больше не пушится, ничего с ней не происходит. Но я могу, например, сегодня в салатик пустить это добро. Ну и все, и буду выбрасывать. Поигралась, поэкспериментировала, и хватит. И я хочу показать вам вот до какого состояния я довожу ананас. Вот видите, я вам говорила про эту плесень. И видите, здесь такая коричневая корочка, вот она уже такая. Сам ананас уже становится мягким. Листики высыхают. И вот он именно сейчас очень ароматно пахнет конкретно ананасом. Что я сделаю? Я нарежу, сложу в баночку, вот я потом буду доставать и кушать. У меня долго не залежится. Я могу в один присест его умять, потому что не жжет язык, не жжет губы. Вкусно.
Ну, вот так у меня получилось две баночки. Вот одна побольше, другая поменьше. Вот один ананас тут. Все счастье в двух баночках. Уберу в холодильник. А зато мусора. Вот понимаете, потом думаю, что это мусорное ведро быстро заполняется. А чтобы ему не заполняться? Вот это то, что я съем, а это то, что я выброшу. Вот то, что я выброшу, его больше, чем то, что я съем. Вот. Ну и как? Поэтому мусорное ведро, знаете, этими, как его, пакетами вот этими бумажными, когда что-то принесешь. Ой, в общем, не столько ешь, сколько отходов всяких. Вообще-то я приехала в Новос. Вот за ковриком в туалет. Давайте так. Кто поверит сейчас, что я приехала именно за ковриком в туалет? Вообще, давайте поспорим. Вот я говорю, что я куплю только коврик. А вы как думаете? Вот сейчас, прямо в эту минуту, напишите мне, что вы думаете по этому поводу. Весело будет. Ну, этих формочек пруд-пруди вообще уже везде, люминарковских. Ну, вот посуда люминарк хорошая, она прочная достаточно. Такие тоненькие есть, посмотрите. Хорошенькие. В смысле, невысокие. Слушайте, кастрюль, сковородок, это вообще видимо-невидимо. Такое количество, с ума сойти. На любой вкус. Дощечка какая хорошая. С двух сторон резиновые такие есть наклеечки, чтобы не скользило. А вот и побольше есть такая. 12,49. А маленькая 10,49. Ну, а тут много всяких таких подносиков деревянных. Маленький один. 99, чуть побольше 14,99. Это 18,99. Ну, это уже, короче, пошла прям кустарная работа. Фарточки такие яркие, прям яркие. Микрофибра, что ли, не пойму. О, это моя тема. Пластик. Открылся новый отдел наверху на третьем этаже. Поднимусь, посмотрю, что там интересного. А ну здесь электроника, наверное. А, мебель. Ну давайте посмотрим. Мне бы не забыть, что я хочу коврик для туалета. А то я сейчас как это увлекусь, не пойми чем. Вот здесь есть коврики. Сейчас посмотрим, что есть. Это для входной двери. Здесь так душно, я не могу, товарищи, я это... уже раздеться хочу, короче. Хочу быстро все здесь посмотреть и выйти. Не могу найти то, что мне нужно. Не знаю. Здесь все для сада.
для огорода. Что, посидеть, покататься, что ли? Отдохнуть. Ну, тут холодильники, холодильники, мясорубки, грили всякие, в общем. Интересно, почем. Так. Вот Point 875. Ладно. Вот мне бы хотелось бы что-нибудь для своих полочек приглядеть, которые на кухне. Ну, что-то вроде этого. Или что-то вроде этого. О, у нас же сейчас год тигра. Подождите, мне не нравится. Он ест рыбу. Он схватил рыбу, а рыба я. Нет, я так не играю. А если на одну полочку поставить вот такие компаньоны, вазочки? Как вы думаете? В смысле, на одну полочку. Такую вазочку, на другую такую. О, оранжерейки. Смотрите, какие симпатичные слоники. Здесь такие большие. Наверху очень много слоников. Вот тоже. Ой, а эти какие симпатичные. С бантиком. Здесь со стразой. Красивые. И тут слоники проходят по мосту. А мост это, наверное, рог. Ой, ну это бивень. Рук, ну или что-то, в общем. Моралы очень красивые. Боже, какие красивые лебеди. Вау, как это красиво выполнено. Ой, очень красиво. Две штуки 45 монат. Посмотрите, какие обалденные черепашки. Какие красивые, слышите? Да. Еще слоники. Еще слоники. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Я вот в этом отделе просто застыла, понимаете как? Просто тупо застыла. Не знаю. Уже дождик у нас, ветер холодный. Дворик намочил так. Ну, зато такая свежесть есть. Вы знаете, что хочу сказать? Так, я свет включу. Я на ночь свет оставляю на балконе включенным. А кошки-то перестали забегать ко мне в гости, вы знаете? Вот я уксусом стала брызгать. Вот столешницу, ну, чтобы они тут не обнюхивались сильно. Вроде как перестали. В гости не захаживают. Вот эту тряпочку тоже смачивать, воняет. Вот. Пойду я продукты кое-какие приобрела в этом магазине. Это, знаете как, это Безим-маркет большой, но там рядом есть магазин Новость. Ну, то есть они как бы совмещены, я так понимаю, у них такая некая коллаборация. Вот я из продуктов, в основном-то я брала для дома кое-что, пойду сейчас с вами буду разбирать это кое-что, что у меня с фокусировкой творится сегодня. Вот, взяла масло Финал подсолнечное, сливки 20% к кофе, закончились уже сегодня, последние добила. Колбасу докторскую на завтрак взяла. Ну, там, к сожалению, рублевской нету, взяла вот эту ГОСТ
Царицына. Ну, такой тоже неплохая, по-моему. Ну, конечно, вкусняшки в кофе взяла. Вот. Это вафли с шоколадом. Два таких медальончика взяла. И люблю очень вот такие кренделики слоеные. Очень мне нравятся они. Вот. Вот все, что из еды. А сейчас давайте я вам покажу, что я взяла для дома. Я здесь тоже на кровати разложила. Примостюсь, сейчас покажу. Ну что, я уверена, что 99% сразу решили, что один коврик я домой не привезу. Наверное, это был бы нонсенс, если бы я зашла в такой магазин и купила бы только коврик для туалета. Я вам скажу больше, я даже коврик для туалета не привезла, потому что я не смогла там найти себе подходящий. Ну ладно, зато я купила там кое-что для души и для дома. Вот, что для дома? Это пакеты на 120 литров. Ну, там у меня же каждую неделю раздрай на улице. Ну, в общем, для улицы, для мусора. Но я не посмотрела толщину, в общем, плотность. Я так поняла, что они не очень плотные. Ну, ладно, их сильно не набьешь мусором. А мусора у нас много, вот если что. Взяла вот, знаете, такой типа графинчика, это от Паша Бахче, с силиконовой крышкой. Правда, цвет крышки мне не нравится, но что делать? Что есть, то есть, там был только такой цвет. Этот графинчик на 700 миллилитров. Я, знаете что, хочу поставить его на стол с водой, накидать туда лимончику и пить. Потому что, когда у меня вода спрятана куда-то там, я ее не вижу, я ее не пью. Если она будет у меня вот так вот на виду, на столе, я буду ее пить. А пить воду надо. Воду пить надо. Дальше для кухни взяла 3 набора полотенец кухонных. Вот. В каждом наборе по 3 штуки. Я уже давно хочу, на самом деле, вот эту свою пестристость там заменить на что-то такое спокойное. А здесь достаточно спокойные цвета. Вот у меня одно полотенце такое есть. Оно у меня там было в наборе с прихватками. Вот, 3 штуки. Мне, кстати, очень понравилось. Оно хорошо впитывает. Я поэтому взяла со спокойной душой эти наборы. Потому что одно полотенце я уже испробовала. И я понимаю, что оно хорошо впитывает. Вот, один набор такой. Один набор такой, знаете, вот серенький такой, холщовый. Тоже прикольный такой, знаете, расцветка такая, мешковатая. Как мешочки. И чуть потемнее тоже серая. Горошек такой, видите? Но тут тоже как будто такая холщовая расцветка. Ну и к тому же горошек, так знаете, разбавляет вот эту вот брутальность. Мне понравилось. Знаете, это спокойные такие цвета, не бросающиеся в глаза. Меня это будет радовать. Тем более у меня же это перевешивается на мебели через вот этот держатель. Ну вот. В общем, я рада, вы же понимаете, да? Потом я взяла очень такие хорошие стаканчики для прохладительных напитков. Как для безалкогольных, ну так и можете туда добавить, чего хотите. Мне очень понравился лаконичный дизайн. Вот реально, посмотрите, ничего лишнего нету абсолютно. Вот изящность и простота формы. Посмотрите, такое толстое дно. Вот. Мне очень понравилось. Помою, буду пользоваться. Классно. Мартини можно отсюда пить. Ну да, конечно, для мартини должен быть такой развернутый бокал. Вот такой, как я говорю, блюдцеобразный. Но почему бы не отсюда? Мохито. Мохито. Побросали, как это, кубики льда, лимончик, лайм. Налили спрайт. Побросали мяту, листочки, все, мохито. Классно, мне понравилось. 6 штук, набор 6 штук. Там еще были такие, знаете, красивые наборы. Но они были граненые. А я понимаю, что потом просто замучаешься их отмывать. В общем, я решила так. Я решила остановиться на этих
не знаю, как назвать их, бокалами, стаканами, как их назвать, в общем, емкостями для напитков. А дальше для души я приобрела себе еще одну вазу. Она мне очень понравилась. Очень понравилась. Посмотрите. Здесь сочетание. Вот это не черный цвет. Это, знаете, темно-темно. Это цвет, короче, горького шоколада. 72%. Ну, в общем, все 90%. Вот. Посмотрите, вот эти вот веточки, эти листочки. Я не знаю, что это такое. Это какие-то горошинки. Верх такой, знаете, под дерево раскрашен тоже. Мне очень понравилась эта ваза. Я вот думаю ее сюда иногда устанавливать с цветочками. Посмотрите, как у меня красиво смотрится. Такой образовался здесь букет полевых цветов. Да, я думаю сюда иногда вот так вот устанавливать. Будет красиво. Красиво будет. Ну, ладно, я подумаю. Или на кухню, или в комнату. В общем, будут у меня кочевать мои горшочки, мои вазы и мои цветы. Красиво, мне понравилось. Очень классно. Так. Еще одна ваза. Ну, такая, я не могла пройти мимо этого, понимаете? Это невозможно было пройти мимо такой вазы. Не смогла. Тем более, что я приобрела для нее лаванду. Ну, разве вы прошли бы мимо такого? Вот скажите, пожалуйста. Ну, ведь тоже не прошли бы. Ну, посмотрите. Вы представляете, как это красиво будет стоять на кухонном столе? Да и не только. Разбавить всегда, знаете, атмосферку такую создать, да? Разбавить, ну, как бы сменить настроение. Одни цветы на другие. Одну вазу на другую. И глаз будет радоваться от такой смены. Мне нравится. Кстати, вот эта лаванда мне обошлась очень дешево. Она была на скидке. Магазину было 3 года. И в связи с этим там было много чего на скидках. Вот. И я лаванду очень выгодно приобрела. Дешевле, чем я везла ветки из Турции. Но в Турции, кстати, я не нашла лаванду, если что. Ну, в том магазине, в котором я смотрела, я не нашла. Ну, красивый букет. Мы потом его с вами на кухню поставим. Будем кофе гонять. Вот. Любоваться лавандовым букетом. Хорошо, если бы, конечно, настоящая лаванда росла, было бы вообще отлично. И еще что я взяла? Я взяла для Диди такую развивашку. Ну, игра такая, развивашка. Это игра моего детства. Я помню из своего детства, помните, была мозаика. Вот такие вот фишечки мы вставляли вот так вот в дырочки. Такая окружность была, или квадратные они были. Вот, много-много дырочек. Мы вставляли разноцветные вот эти фишечки и получали разные рисунки. Ну вот. Так что я с Диди буду забавляться. Мы будем с ней играть в эти игры. Она вообще любит, знаете, как собирать пазлы. Она любит такого типа игры. Вот с конструктором ей нравится. Ей нравится то, что вот где нужно включить мозги. Это хорошо, конечно. Будем включать мозги. Воображение тоже будем включать. Тут написано от 3 до 7 лет. И я думаю, что да, это как раз-таки именно вот для такого возраста. Детям будет очень интересно. Очень понравилось мне это. Там были наборы поменьше. Да, наборы поменьше были. Там 3 размеров. Это я взяла самую большую. Ну, что церемониться. Здесь зато можно очень много всякого такого, знаете, изобразить. Вот тут демонстрируется, какие можно собрать композиции. Вот. Так что мы с ней поиграем в такое. Здесь вот рыбка, бабочка, домик, кораблик. Бабочка. Ну вот.
Вот все мои покупочки на сегодня. Я довольна, как слон, вообще нереально довольна. Теперь пойду сейчас и буду с большим удовольствием пить свой любимый напиток. У меня есть еще нарезанные ананасы, у меня есть апельсин, мандарин, мандарины, апельсины и сыр бри. Я пошла на кухню.